Встретить настоящий рыжик можно преимущественно в хвойных лесах, но иногда грибки попадаются и в смешанных лесопосадках, главное, чтобы поблизости росли сосны, обычно плодовые тела настоящих рыжиков появляются на лесных полянках и опушках, на вырубках. Поодиночке настоящие рыжики практически не растут, обычно на одном месте можно найти целую группу грибов, однако поиски сильно осложняют окраску гриба, сливаются с сосновой корой и опавшей хвоей, и грибникам приходится очень внимательно смотреть под ноги. Сосновый или настоящий рыжик классифицируют как съедобные грибки первой категории, это означает, что есть их не просто можно, они очень вкусные и приносят значительную пользу организму. Нужно отметить, что обработка для настоящих грибков требуется минимальная, их можно даже не вымачивать, а сразу подвергать засолке, жарке или отвариванию. По своему вкусу настоящие рыжики уступают разве что белым грибам, поэтому считаются деликатесным продуктом. Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены.